Всем привет, 23 февраля, как обещал, буду показывать, какие у меня продвижения. Первая набухшая почка, кстати, была она запарафинирована, вот видно, да, такой маленький череночек, это медина. Так, вот это уже каллус виднеется. Вот. 4 дня назад обрабатывал от плесени. Ничего подобного еще не было. Все было без движения. Дальше у меня тоже вот такой вот маленький академик. Тоже почка уже пошла, тоже была запарафинирована. Но каллуса не наблюдается еще. Так. Дальше. Дальше, если так посмотреть, у некоторых есть задатки каллуса. Уже разбухло так прилично. Так, это у меня Катруся. Уже все у меня здесь, которые запарафинированы. Пучку нижнюю не удалял. Так, какой бы еще посмотреть, еще вот есть светлина, но это только такие зачатки. А вот есть еще каллус на тхортоне. Вот видно. Так, ну, в прошлом году очень долго как-то все шло, но я укоренял в комнате на шкафу, в этот раз уже на кухню занес. Вот здесь, может, видно, чуть-чуть есть опять плесень. Так. Вот таким, чем хотел поделиться. Температура была, когда я снял их со шкафа, 23,3 держалась. Но она не всегда тут такая есть. Вот. Там что-то у нас уже готовится. И так жарковато уже стало. А на улице, сейчас на улице потоп конкретный. Ночью шел дождь. Детская площадка там уже бывшая. Все уже потекла. По прогнозу смотрел на ближайшие 2 недели. Днем все время плюс. Ну, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.